Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мое видео. Подписываться и ставить лайки я вас не заставляю, поэтому это личное дело каждого, подписываться или нет. Я вот, например, ненавижу, когда мне говорят, ставьте лайки, не забывайте колокольчик, это мое личное дело, что я забываю и куда я что ставлю. Если мне видео нравится, я ставлю. Класс. А если нет, то нет. И подписываться тоже мне никто не заставляет. Не люблю, когда говорят подписывайтесь, это уже заставление. И просто тогда хотя бы говорили, приглашаю вас подписаться на мой канал. Вот. Поэтому, кто хочет, подписывайтесь. Кому нравится, тот подписывайтесь. Кому нет, я вас не заставляю. Просто всем привет. В общем, вот еще одна моя очередная новиночка из кукол Enchantimals. Теперь я, наверное, буду покупать только кукол Enchantimals, потому что других нет. Испорченный монстр, хай кошмар, там вообще, там дебилизм они куклы стали. Поэтому все, скоро их все перестанут покупать. Многие уже перестали покупать из-за того, что у них новая печать вышла. А я их перестала покупать из-за шарниров, потому что у них вот такие вот пространственные дыры между шарнирами в коленях, в локтях и в руках. И, между прочим, руки и в локтях вообще вытащить нельзя. Если там даже бывает иногда две кисти, вот у Торы было из садовых монстров, я видела две кисти, обе правые или обе левые, и даже не заменить, представляете? Вот это вообще, это дебилизм, это не куклы стали, это реальный дебилизм. Хорошо, хоть вот Enchantimals появились такие хорошенькие куколки. Да, они не шарнирные, они маленькие, но их украшает милота, их милые животные, их милые мордочки, вот личики. А то, что у них нет шарниров, так у них нет шарниров только в руках, ну практически у всех в руках нет, а у некоторых стало больше теперь шарниров в ногах. И это нормально, мне лично нравится, очень красивые куколки. Вот, а монстры вообще прям, я их покупать больше не собираюсь. А старых коллекций, если бы были, я бы, естественно, покупал. Но у нас нет такого магазина, как Империя кукол, поэтому заказывать я больше не хочу. Тем более, меня и так ругают за все это, за покупки. Никто не знает, что я куклу покупаю. Я купила, спрятала и в шкаф, все. Поэтому я теперь только в магазинах покупаю. Я покупала в Империи только тех, которых вот очень хотелось. Теперь я все там покончила. Вот, значит, ну, это у нас куколка тоже морская, из морской коллекции, видите, их тут 6 штук морской коллекции, из них 2 я уже купила, это вот краб и морская звездочка. Эту морскую звездочку у нас зовут Старлинг, Старфиш, ну, Старфиш это переводится как морская звезда, вот, имя ее звездочек, вот у нас тут 2 звездочки и сама Старлинг. Starfish переводится, когда морская звезда, типа Starlink, морская звезда. Но у меня она будет, ну, настоящее имя, я так и сделала, Starlink, морскозвездная. Вот. Ну, и вот, значит, сама куколка. А, кстати, морских звезд зовут, вот здесь написано, Идол по-английски и Рупал, да. Ну, я не знаю, как это читается. Рупал-то это, наверное, да, Рупал. У меня вот эту вот будет звать маленькую Рупал, да, потому что она была здесь. Вторая, это первая. Значит, вот это, я думала, что это Идол имя, но, наверное, будет Идиль. Потому что я в интернете вроде посмотрела. Идиль и Рупал. Куколкам я все даю другие имена, зверушкам оставляю свои же имена. Так, рассмотрим, да, сначала ее, ну, морских зверюшек. У нее их 2. Это у нас морская вот такая звездочка. Она оранжевого цвета. Вот такая вот мордочка у нее, она улыбается. Вот тут ножки с дырочками, куда можно поставить. И вот такой вот сзади. Так. У куколки есть расчесочка вот такая вот маленькая в виде ракушки и с держателем. Вот. Правда, наверное, такой расческой ничего не расчешешь тут. Ну, чуть-чуть есть. Так, для вида. Потому что здесь очень маленькие зубчики, коротенькие. Вот. Так, пока вниз положу. Здесь у нас идет следующий аксессуар. Пудреница, я так думаю, да, в виде ракушки. Она может закрываться, но просто она здесь не попадает в такт, не знаю, ее, наверное, надо
распарить немножко, тогда можно будет закрыть, потому что, видите, я закрываю, и здесь вот мешает. Они немножко не так сделали, поэтому она не захлапывается. И тоже у нее есть держатель из ракушки белого цвета. И здесь эти три точки сделаны. Итак, продолжим дальше. Тут меня отвлекли, блин. Свинья, отец, алкашня. Вот, поэтому орет вечный. Ненавижу, мешает снимать мне. Так, дальше, значит, на пудренице, да, мы остановились. Так, расчёточка показала. Вот такие вот духи с держателем оранжевого цвета. Вот сюда можно в пальчиках одевать, и они будут держать. Так, и морская звездочка вот здесь вот я уже ставила. Вот она вот такая вот у нас красного уже цвета, не оранжевого. Маленькая звездочка, да. И здесь что-то налипло у нее. Вот. Это фигнюшка. Так. Вот, значит, у звездочки вот еще вот такая вот кисточка, которую нужно наносить макияж. Да, она тоже с держателем. Есть вот. Ну, ее еще можно вставить вот сюда, звездочки в ручку. Видите, здесь есть такая дырочка специальная. Вот. Она может вот так вот держать вот эту вот кисточку, но другие нет, потому что видите, здесь она не вставляется. Только кисточку можно сюда вставить. И также как две вот у нее есть дырочки, чтобы можно было ее куда-нибудь прикрепить в домик. У меня уже весь дом забит, этот лесной замок. Даже не знаю, куда будете ставить. Вот. Может быть, уже час шкаф остальных. Вот такая вот у нее мордочка. Так, и зеркало, где может вот здесь вот, вот сюда вот так вот эту звезду можно ставить. Здесь такой держатель, можно вот так ставить, она будет держаться. Зеркало настоящее. Вот, даже видно фотоаппарат, на который я снимаю. Так, зеркало, да, настоящее. Держатель, оно все в морских звездах. Вот, видите, здесь звездочки, здесь. И оно у нас красное. Здесь оно стоит на такой тумбочке цвета морской волны. И вот здесь у нас столик, естественно. Здесь можно поставить всякие принадлежности. Вот. Большая звезда, наверное, сюда не войдет. Сюда войдет только маленькая звездочка. Вот она тут идеально помещается. Так, это все можно расставить здесь на столике. Маленькие предметики, да. Это у нас звезда такая. И вот стульчик, на котором сидит в виде морской звезды тоже наша Старлинг. Вот. И здесь такой вот такая ножка вот оригинальная у стульчика. Вот. Значит, у куколки волосы розового цвета. Сейчас я ножки выпрямлю. Вот розового цвета. Если честно, мыть надо. Такая шевелюра кудрявая. Мне не нравится. Вот так. Концы все завиты. Вот. Достаточно тоже пышные волосы, много волос. Вот. На голове у нее одет ободок в виде морской звезды, который закреплен штриками. Его, правда, можете взять, но я не буду. Вот такая вот морская звездочка у нее оранжевого цвета. Сзади она розового цвета. Вот, вот он сам ободок вот здесь вот. Вот. На ее лице раскрашены пузырьки и звездочки морские. Вот здесь вот пузырьки, да, тоже пузырьки вот здесь около бровей. И морские звездочки под другим глазом. Улыбки у нее такой же нет, где зубы видны. Просто улыбочка, розовые губки. Вот, ручки двигаются вверх, в стороны тоже, вот, и вниз, естественно. Так, вот так вот. Так, значит, розовый топик вот здесь вот у нас. Просто розовый здесь раскрашен. Здесь уже раскрашен он тоже в виде ракушек и бусинок. Юбочка у нас, она не из ткани. И что делать интересно, она очень может порваться, потому что вот здесь вот она уже начала рваться. Или, наверное, снимала, или так и есть. Вот. И она резиновая. Вот, смотрите, она резиновая. Хотя можно было делать из ткани. У них у всех из ткани, а у морской звездочки она резиновая. Вот.
Здесь, если мы поднимем морскую звезду, то трусики тоже у нее есть в виде купальника. Вот. Это звезда, юбочка в виде морской звезды. Вот. Оранжевого цвета. С точками снизу здесь раскрашены они. Ножки у нее тоже шарнирные. Вот, видите, они сгибаются. И можно ее посадить на стульчик. И сажать ее, естественно, не вот так надо, точно так не сидеть. Сюда надо под юбочку сувать стульчик и сажать. Вот, тогда она будет сидеть. Вот. Потому что здесь никак у нее. Она, видите, она резиновая, она не сгибается никак. Такая есть. Вот. Что если шарнирность в ногах, делает эту куколку, ну, красивенькой. Потому что лохматилась немножечко, причешем. Ну, же шарнирность — это очень круто. Хотя бы в ногах есть, это уже лучше. Здесь тоже руки, когда шевелишь, там тоже какой-то пластик как будто застрял. Не очень удобно. Голова, кстати, у кукол тоже вот так вот поворачивается. Так, ботиночки, ее туфельки у нее. Вот такие вот розовые. Они, кстати, немножко, вот, видите, шевелятся. Тоже могут свалиться, поэтому лучше здесь довязать их. Вот. Тоже небольшая платформа такая вот. На носочке ножка сделана. Немножко. И она вот так вот обвивает у нее ножку. Как сандалики сделаны. И они сделаны, да, в виде морской звезды. Вот здесь вот так вот. Вот. Вокруг ноги. И здесь даже заметно, вот, на ее подошве... платформе от сандаликов кораллы. Вот здесь и вот здесь. И вот тут тоже. Все в кораллах. Вот. Вот такая вот у меня куколка. Звездочка появилась морская. Очень красивая, кстати, куколка. Тоже пойду сейчас ей волосы помою, потому что такие мне волосы кудрявые не очень-то нравятся. Вот. Это куколка Enchantimals. Зовут ее Старлинг Морская Звезда. Или как я сделала, Старлинг Морскозвездная. Вот. И вот ее две морские звездочки-зверушки. И ее набор.